Поиски машины продолжаются у нас. Едем в CarMax. Это сеть продажи автомобилей в США. Большая сеть. Вот сейчас будем примерять авто. Ну да, к наряду. Куча машин. Кто, кто? Бомж? Да не бомж, эти пидоры, которые здесь стоят на улице. Зазывалы. Какие зазывалы? Менеджер, что ли? Да не менеджер, стоят на улице, пацаны раздают бумажки, бля, рекламные, ну. Ясно. Двухместный, да? Четырех. И какая цена? 67 998. Были в офисе, требуют маски, гигиена продолжается. Вот машины. Это юзанные, да? Куда нам идти? Это все машины подержанные. Сказали, что машины открыты, можно садиться. Смотреть все, что хочешь. И уезжать. Уезжать не выйдешь, ворота закрыты. Я шучу. А ключа нету, машины открыты, а ключа нет. Я шучу. Угу. Вот Infiniti, видишь? Люком. Вот у Кати Infiniti была, только я не знаю какого года и прочие дела все. Это с люком. С люком Infiniti. 13-го. Это дорого, а я нашла дешевле Infiniti. Кабриолет. Я не помню какого года. И что она сказала за Infiniti? Я не спрашивал у нее ничего за Infiniti. Хочу белую машину, либо с люком, либо... Либо сама не знаю, что хочу. Хюндай. Без люка. Хорошо, и пусть. Вот хорошее мне в свое время нравилось. Шевроле Малибу. Я хочу с люком, Вова. Ну так смотри, чтобы был люк сначала. Или просто посидеть. Вот что-то вот с люком. Вот Шевроле Малибу, видишь? С люком, да? Вот она, видишь, люк у нее большущий. О, видишь, какая... То, что я хочу, нету. Это ты посмотри, какая площадка, мы ее еще не обошли. Ну нету, в основном эти Hyundai, Honda, Nissan. И без люка. Хотя бы с люком было, если а не... Вот этот Ford хуже, он что-то говорил. Такой ты говорила Ford, да? Ну, типа такого, только с люком я нашла, бэушный, в интернете. Это вообще страшный. Мордяка какая. Это что? Что? Это двухместный. Это двухместный, да. Что это? Mazda 2016 года. Пробег всего 43 тысячи. Нафиг. Зато тряпичная куча. Да. Восемьдесят тысяч? 81, да. Корвет за 81 тысяч. Маски голимые требуют. Ношу с собой. У меня есть красивая маска. Губы накрасила, жалко ее пачкать. А это что за ч... Что это? Это Dodge. Dodge Charger. Американец? Американец, да. Они тоже дорогие, под 45 тысяч. Интересная расцветка, кстати. 44 тысячи. Угу. А туда что, вход запрещен? А что там висит? Do not enter. Лента висит. Лента висит. Может обойти можно, может просто вот так ходить нельзя. У них тут есть проходы, вот через тот проход можно зайти, видишь? А. Так, ну что, эту площадку ни одного Мерседеса мы не увидели. Ни Lexus, ничего, да? Вот, Volkswagen. А ну подожди, я здесь посижу еще в этой машине. Они все открыты. А, это закрыто.
эти машины временно не продаются. Вот поэтому здесь затянутые. Туда ходить, угу, туда нет смысла ходить. А здесь тоже? То же самое написано. То есть вот за эту красную линию ходить не надо. Not for sale at this time. То есть не на продаже в это время еще. Это, наверное, люди поздавали. Оценивать будут. Ну, оценивать, вернее. Люди сдали. Вот Lexus. Ну, вот это Lexus, да. Ну, ты же хочешь легковушку Lexus? Да, а это... Пойдем здесь пройдем, все посмотрим. Марс. И... Похоже, что у него стекля... 34 тысячи. Стеклянная крыша у него, что ли? Или это люк у него такой? Я не могу понять. Понятия не имею. Открой свою дверь. Попробуй открыть свою дверь. Не, закрыт. Все закрыто, да? Какое-то. Мерс. Симпатичный. Это Lexus. Большой очень. Сколько он стоит? 28 998. И год? 29 тысяч. Вот. Тут пробег 49 тысяч. Фотографируй это. Мы им завтра этим хуям покажем. Да, да, да. Фотографируй это. Где ты говоришь, что открой, что-то выдрали? Ой-ой-ой. Капец, ну да, я снимаю. Машины стоят открытые. Какие-то негодяи вот что сделали. А может, они сами сняли чинить. Но написано наклейка на машине, не двигать машину. Нет, написано do not move. А может быть, чинят ее просто. Да, наверное, сняли починить. Закрыли. Короче, это ну, Tesla. Ну, нету, блин. Непривычно, блин. Панель пустая. Голая. Ничего, ни часов, ничего, ни тахометров. Ни часов, ничего. Только вот две ручки, как на велосипеде. Вот. Левый поворот, правый поворот. И компьютер все стоит. Офигеть. Я не знал, что оно так сделано. Бля. Тут подстаканники и все. Вот панель голая. Я такой... Как будто бы что-то украли у нее. Как будто чего-то не хватает. Да и педали... Мама, иди посмотри, какой багажник тут. А ну. Иди-ка глянь. Ого. О, ёпта, ну, нет, ты не матюкайся. Ну, можно залезть и ночевать. Там можно этих с Мексики перевозить. Беженцев. Точно. Или афганцев. Да, какой год? 20-й год, 44-й. 44 тысячи, 45. Пробег сколько? 14 000. 14 тысяч милей. Ну. Небольшой. А какой это? Модель 3. Модель 3, 45 тысяч. Ну, обалдеть, смотри. Мне понравилось. Ничего нету, никакой панели. Я не знаю, это или для тупиц, или для очень умных, скажи мне, как ты думаешь. Я не знаю, как, а где скорость смотреть? Наверное, все на компьютере. А где скорость, какой я еду? Ну, наверное, на компьютере. Я не понимаю этого. Обалдеть. Тесла, 20-й год, компьютер, как управлять, непонятно, или для умных, или для дураков, панель пустая. Супра какая-то, Toyota Supra. Ну это турбо, наверное, да, здесь? Не знаю, что такое турбо, нету ничего здесь. Ни цены нет, ничего. Все закрыто. Это старый век уже. Сними еще раз. Это код. Код, как закрыть машину. То есть нажимаешь циферки, запоминаешь. Запоминаешь, что ты набрал, как закрыл, и все. И Линкольн. Открыл. Ищу с этим, с люком. Линкольн с люком, но почти не белый. Ну, кстати, симпатичный, но не белый. Салон светлый, кожаный. Неплохая машинка. А багажник там, мама, 3 шкафа моих влезет. Иди посмотри. 3 шкафа моих влезет, да? Да, только я не знаю, на что нажать. Вот. Не знаю, на что нажать.
сиденья, видишь? Угу. И вон какая длинная задница. Вот отсюда до конца. Ну, целый метр, наверное. Угу. Все, двери вон там, пошли туда. А новые посмотрим? А новые в салоне стоят. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Одним глазиком. Хорошо, у меня штанишки уже падают. Ради интереса. Кушать хочется. А это что, Вова, за... Вот это есть Бьюик. Угу. Я хотела нецензурно выразиться. Вот это Бьюик, вот это три щита таких. Это угу. Вот Бьюик. А мне показалось, что это что-то другое. А что это? Что ты сказал? Мама изучила вопрос по маркам машин. Вот BMW стоит какая-то. Пойдем посмотрим. И что? Знает значок BMW. Знает... Короче, я 2 недели не сплю. Все изучаем машины. Это, проходим, это 83 тысячи, как земля, как крыло самолета. Эту машину мы проходим мимо. 83 тысячи. Надо фотку сделать. 83 тысячи. Это что, BMW? Это BMW, да. Короче, я не сплю 2 недели, изучила хотя бы немного машины. Как они называются, какие у них значки. Может, меня похвалил. Корвет. 68 тысяч. А год? А вот нам не надо, у нас только тысяч нет. 16-й год. Ну ты посмотри, какая у него жопа. Ага. А? Жопа, смотри, всем жопа. Жопам жопа. Жопа как орех, так и просится на грех. На грех? Чтобы кто-то в жопу въехал. Вова. Все, пошли, маме. Это нам...